Хей, Крис, помнишь меня? После долгого дня, как все же приятно порой возвратиться к себе домой, в домик свой. Крис, ты так напугал, ведь со Сьюзи ты ушел и пропал. Вы что, с уроков смогли сбежать? Эх вы! Ладно, буду молчать. Крис, приветик, постой, я хочу задать вопросик о той, с кем ты с уроков сбежал. Ха-ха, она ведь не так уж плоха. Привет, малютка Крис. Нашим домом. О, привет. Даже здесь какой сюрприз. Заходи, оттянись. Малой, чё, как ты там? Ты заглядывай к нам. Куда? На красный свет. О, ты, Асгора-шкет. На земле. Асгору привет. О, сынок, тебе я очень рад. Заходи скорей в цветочный мой сад. Раз уж ты ко мне зашел, то ты передай своей маме цветы. И скажи ей ты, что они от моей доброты. Крис, ты пришел к закату, где же гулял? Тогда ты, я волновалась весь день. Мой сынок косматый с другом гулял. Как мило, я бы тебя простила, если бы спать ты пораньше прилег. Тише, сынок, дуйся, Крис, не плюйся, я так и брал. В кровать гоняла, не волнуйся, стал в пример. Я правда тихим был, когда-то вовремя шел засыпать. Кричи, нельзя так, это цветы. Спасибо, ты сорвал их, либо дарит твой отец. Неважно, кто бы ни был, я разрешаю. Жди, набраться, да, чуть-чуть посидеть допоздна. А когда проснешься ты, сынок, ты поешь остывший мой пирог. Но оставь мне хоть кусок, прекрасен сей денек. Я рада, что, сынок, ты здесь не одинок. Ой, сынок, как быстро ты растешь, скоро вот ты от меня уйдешь. Тоже в университет, ну что ты сразу, нет, ученье это свет. Крис, ведь ты же за свет, ну пора ложиться. Если вы ляжете спать, ваше приключение закончится. Хотите прилечь? Вот и все, кончен путь. Крис прилег, чтобы уснуть. Столько страшных бед прожил он, наградой пусть будет сон. Сколько тайн в этом мне может было все во сне, но, увы, знайте вы, здесь конец одной главы. Что же ждет трех друзей, нам узнать.